А судьи кто? Ну так, если чтобы меня не оштрафовали, знаете. Интересно, интересно. Отличное настроение боевое. Идем, чтобы поддержать своих. Побольше игр, побольше побед наших. Только вид, только победа. Все хлопали. Было очень, не знаю, как сказать. Видись лучший. Давай, чемпион. Приехали специально из Казани, чтобы поболеть за Сашу Степанова. Жена за Акбарс болеет. Я больше за Витязь. Соперник приехал за очками, а мы их не должны отдавать. Игра из самого начала что-то не задалась, мы сразу пропустили, потом как-то немножко не пошло, но надеемся, что в третьем тайме мы забьем и заберем победу. Сегодняшняя игра, к сожалению, не настолько хороша, как предыдущая. Надеюсь на третий период. Третий период наш конек, так что думаем, что именно он станет решающим и победным для нас сегодня. Мы поедем на ЦСКА в Москву. Вы запомните эти лица. Будем болеть за Витязь. In Moscow, на Ленинградке.